Сегодня я купил сладкую воду торговой марки «Караван». Караван, караван, караван. Так, напиток безалкогольный, яблочно-вишневый, сильногазованный, соковмисный, то бишь вмистит сок. Я так понимаю, яблок и вишни. Juicy drink. Сделано в Украине. Без лимонной кислоты, без пиццеложки, без консервантов и с соком. Да вы что, все плюсы тут сказаны. Состав: вода 15 азиатская, цукор, яблоко, вишня, концентрат 1%. Пить охлажденным. Вот такой сок. В смысле, соковмясный напиток. Ну, по внешнему виду вкусняшка.